Жители деревни Биндоли в восточном индийском штате Западная Бенгалия живут за чертой бедности. Для многих из них единственным источником дохода для поддержания семьи стала продажа своей почки. «Правительство не предоставило нам финансовой поддержки, чтобы обеспечивать семью. Я очень бедный. Я увидел, что у людей, которые продали свою почку, после операции не было никаких проблем. Поэтому я тоже продал свою почку. Мне сказали, что за нее я получу огромную сумму денег». За один орган местные жители получают от 1200 до 1400 долларов США. Согласно отчету Всемирного банка, сегодня более 820 миллионов индийцев живут за чертой бедности. Это 2/3 всего населения страны. По международным стандартам бедными считаются те, чей ежедневный доход составляет менее 2 долларов. Однако в Индии планка установлена на 45 центах в сельской местности и 57 центах в городах. Как сообщается в отчете, попытки правительства Индии победить бедность не достигают необходимого результата из-за процветающей коррупции и плохого управления.